режиссер нам сказал, что мы уже в прямом эфире и рады видеть вас сегодня с нами в позднем завтраке. Сегодня у нас будет насыщенный эфир. Алина Журавлева сегодня будет с нами, Володя Мартыненко, Наташа Коленков впервые сегодня с нами в позднем завтраке. Ну и уникальнейшее включение, связь у нас сегодня с островом Бали, с Глебом Старостенко. Доброе утро, всем рада всех видеть. Доброе утро. Давайте, мне сразу хочу у экспата, у жителя Бали спросить все-таки. Это, кстати, распространенный вопрос, и на него есть правильный ответ. Бали или Бали? Ну, и Бали правильно. Просто на самом деле Индонезия – это огромная страна, в ней 900 языков. Вот, и основной язык, на котором язык как бы межнационального общения в Индонезии – это Бахаса Индонезия. Это искусственный язык, который после получения независимости создан на основе малайского. На Бали есть свой язык, балийский. Причем у них даже алфавит отличается, он такой вязью идет. Ну, короче, полностью… Санскрит такой, да? Да. И на балийском языке все ударения ставятся на последний слог. А в Бахасе принято ставить ударение на первый слог. Поэтому и Бали, и Бали абсолютно правильное произношение. Как кому больше нравится, так его и произносят. Это воспринимается абсолютно нормально здесь. Это и с именами так же? Это будет у нас не Арина, а Арина, например? Ну, это смотря на каком языке говорить. Если это на Бахасе Индонезия, это будет Арина. А если это будет на балийском, то Арина. Я думаю, что Арина будет согласна быть Ариной, если она будет на Бали. Вопрос. Меня даже по-другому можно назвать, если я буду на Бали. Я не расстроюсь. Тогда, чтобы быть на Бали, вам нужно держаться курса Глеба Старостенко. Глеб, скажи, пожалуйста, кто ты такой, зачем мы тебя вообще позвали? Ну, я в двух словах о себе расскажу. Я первый раз на Бали приехал в качестве туриста в 2001 году. Вот. И мне Бали очень понравился. Он меня просто поразил своей красотой и природой, и вообще всем-всем-всем. Я еще тогда дайвингом занимался очень плотно. Не буду вдаваться там всякие нюансы и подробности, но я в течение 7 сезонов работал в Discovery Channel. Мы отснимали здесь 7 сезонов различных подводных приключений, которые включали всю Индонезию, не только Бали, а и Океанию. Короче, мы доплыли до островов Кука здесь, в Тихом океане. Вот, у меня очень большие поэтому познания по всяким дальним и интересным уголкам, как Индонезии, так и вообще Океании всей. Вот. И с 2014 года я здесь живу на постоянной основе. У меня здесь есть два проекта, связанных с туризмом. Вот. Вот это вот в целом так краткий обо мне рассказ. Вот. И, ну что, что поведать вам про Бали? Конечно, я буду рассказывать про карантин. Про что же еще можно рассказать? Потому что это, наверное, самое главное событие этого года вообще. Как я думаю, что прилет, это самое пришествие наших инопланетян, я буду считать, что это просто, если этого не случится в этом году, то это будет просто нонсенс вообще. Потому что то, что случилось с карантином, это просто событие глобального масштаба мирового, и реально такого никогда еще не было. Хотя на Бали мы переживали разные кризисы. У нас и свергались вулканы, у нас были землетрясения, были различные тут, ну, взрывы были в 2003 году и так далее. То есть были вот такие остановки туристического потока, но никогда это не было связано с тем, что туристов не стало вообще, то есть закрылись все страны. Закрытие Бали происходило... Первые такие серьезные сигналы пошли в марте месяце, где-то с середины марта. И 20 числа ввели визовый режим обратно. То есть отменили бесплатные визы. Вот. Но визу можно было легко получить в посольстве, только при, если вы предоставите справку о том, что у вас нет коронавируса. А это практически было сделать невозможно на тот момент. Вот. А с 20 апреля Индонезия запретила въезд всем иностранных граждан, кроме тех людей, у которого дипломатический паспорт, есть вид на жительство, или китап, это китас, это рабочая виза. Вот. Но опять же, все, кто сюда залетает, там 14 дней карантина, в принципе, все стандартно. Вот. Значит, особенности карантина на Бали. Я тут небольшую подборочку подготовил, чтобы как-то это все осветить. Так что я сейчас, наверное, мое лицо исчезнет, я включу демонстрацию экрана и вам покажу просто то, что у нас как бы происходило.
Вот. Интересненько. Да. Мне почему-то даже на Бали представляется, что карантин проходил где-то на серфе у людей, то есть они все равно на досках были. Ну, да, сейчас там видно экран, да? Да. Ну, смотрите, здесь вводилось все постепенно и достаточно лайтово, вот. Но вот это вот полностью вылет туристов и неприезд их обратно, а здесь все абсолютно заточено на туризм, конечно, он определенную грусть вызывал и так далее. Поэтому первое, тут одна минута видео будет у нас, просто я ее запущу, мы вот должны просто почувствовать атмосферу, ту, которая у нас на Бали была. Вот, я такой небольшой ролик сделал специально для этого. Вот, мы его сейчас посмотрим. Такая грусть, печаль. Почему? Потому что практически на конец апреля месяца количество иностранных туристов достигло нуля. Вот. То есть вообще ни один человек больше не прилетал, никто не приезжал. И в связи с этим 1 250 000 человек осталось без работы. И большая часть заведений здесь закрылась не потому, что были какие-то указы. Ничего здесь не закрывали специально. Здесь они закрылись просто потому, что нет клиентов. Вот. Рестораны какие-то работали, но самое вот каждый, в каждой стране, я так понимаю, были какие-то свои особые меры по борьбе с коронавирусом. И одна из особых мер борьбы с коронавирусом, которая была самой важной, это было закрытие пляжей. Вот. Причем это закрытие пляжей было вообще всем, навсегда и совсем. Вот. Вот это вот пляж Санура, вот сейчас это вот первый пляж, который уже открылся с 25 числа, это пляж Балангана. Видно вам, да? Да-да. Да-да. Вот. Просто для Бали вот это количество людей, которые сейчас на пляже находятся, это просто не то, что их вообще нет, можно считать. Это просто как-то это самое. Выглядит все очень пустынно. Вот. Ну и вот, в принципе, с другой стороны, природа сейчас отдыхает, и виды вот этих вот пляжей, они достаточно... Вот это пляж Куты. Ну, а я здесь был. Ну, конечно. Это немножко дальше за Тонолотом. Вот так вот выглядит сейчас непосредственно вход на центральный пляж Куты. Вот они вот такими вот баррикадами все это дело завалили из всякого мусора. Mm-hmm. Ну и вот... Дальше просто, вот это Убуд, центральная улица Убуда. Вот вообще, даже такого в страшном сне нельзя было представить, что в Убуде вот здесь не будет людей, вообще никого. Вот. Тут иногда надо было даже на байке, чтобы проехать, требовалось минут 40. Вот. Это Легия. Так вот выглядит. Это центр Семиньяка самый. Это опять же Кута. Это здесь всегда многолюдно, тут все работает, тут всякие бары, видите, закрыто абсолютно все. И закрыто абсолютно все именно потому, что нет клиентов. Вот эта дорога в Носаду, а вот если, грубо говоря, вот там в перспективу уходит поворот Сент-Риджес, в отель. Так сейчас выглядит Бали. Ну, вот это самый центр Куты, магазин Матахари, опять же, нет никого. Вот, но кроме того, что закрыты пляжи, еще, да? Какой-то прям постапокалипсис. Да, вот такой вот постапокалипсис, да. Вторая еще часть Морализонского балета, которая была, это борьба с коронавирусом, заключалась в том, что всех заставили ходить в масках. Вот. И
ну, даже давайте так, маска мы сейчас перейдем, я сейчас хочу все-таки осветить немножко другой вопрос. Вот этот апокалипсис и самый главный момент, что реально здесь людям делать нечего абсолютно. То есть если в Киеве вы можете как-то переориентироваться, у меня там знакомые, у них закрылся бизнес, они стали курьерами, еще ведут блог, типа, ох, как прикольно, вот мы работаем курьером, вот, там развозим еду, это, здесь это нереально на Бали. Потому что тут кроме туризма просто ничего нет. Вот целые районы, допустим, Семенья, Кута, они полностью закрыты. Там вообще ничего не работает. И закрыты эти все рестораны, бары по одной простой причине, что нет клиентов. Но те, которые работают бары, и те, которые работают рестораны, они своим долгом считают, что они, раз им так повезло, вот это, кстати, Sky Garden, вот эта вот площадь центральная в Куте, ну вот. Они своим долгом считают предоставлять бесплатную еду всем нуждающимся. Вот. И вот так вот это выглядит, что ну, написано здесь на индонезийском «Макан gratis», ну, то есть бесплатная еда с 12 до 15. Причем это итальянские рестораны, все рестораны местной кухни, все, кто работают, они вот ставят такой столик. На этом столе, столике у них на take-away сделаны специальные наборы с едой. И, как ни странно, я даже сам пару раз этим всем делом пользовался, даже не потому, что я там голодаю, просто говорят, так забирайте, но все равно ее никто не ест уже. Ну, вот. Ну и была такая здесь заборная тема, типа, надо обязательно накормить водителя GoJack. Ну, вот. GoJack – это такое такси, байк. Они с нами больше всех пострадали, потому что остались без работы, и они там, грубо говоря, зарабатывали в день там $5-6, а так они остались вообще без ничего. Вот. Огромное количество животных и собак, которые на Бали есть, их тоже о них не забыли. Вот. По всему Бали. Вот такие вот импровизированные кормушки для местных собак. То есть это вот корм, вода. И собаки вообще прекрасно себя чувствуют. Тем более запретить посещать пляжи им никто не может. Они просто ходят везде. Они там, ну они такие на расслабоне. У них знают, что у них еда, причем вы видите, обратите внимание, что не съели полностью, они, в принципе, они сытые. Вот, они в основном за водой туда приходят. Вот. Ну и по поводу того, как кто борется с коронавирусом. Грубо говоря, этой серии я боролся с ним, как умею. Вот. Вот это речь идет о социальном дистанцировании на Бали. Вот у нас везде нарисованы такие кружочки, и реально вот, ну, кошки, они, ну, они считают, что так и должно быть. Но люди не всегда придерживаются такого дистанцирования, и вот обычно это выглядит вот так. Полиция борется, причем, я говорю, с масками жестко, и такое как бы трабл, который вот существует. Полиция останавливает машины и проверяет, чтобы все были в масках в машине. Вот. Причем до смешного доходит, что остановили пару, у мужа была маска, а жена его забыла ее дома. Ее говорят, нет, вы должны вернуться домой, мы вас сопроводим, чтобы вы взяли и одели маску. Или купите маску у нас. Вот. А он просто, у него этот нервный срыв был, он вышел, там было такое странное видео, когда он объяснял, как так, я с ней сплю в одной постели, что я не могу с ней ездить без маски в машине вообще. Но так как, чтобы эти все конфликты убрать вообще, потому что в Бали тут же все должно быть очень плавно, все должно быть очень весело, с шутками, под девизом, что мы в Джимбаране, Джимбаран – это такое небольшое село, это рыбацкая деревня, мы делаем все очень хорошо и лучше всех, вот, извесила шутками. Местная полиция вот таким образом боролась с людьми, которые ходят без маски. Вы можете сравнить с действиями вашей полиции. Не заставляют людей танцевать. Thank you.
Причем, видите, всегда есть выход. Ты можешь купить маску, если у тебя ее нет, тебе ее оденут в конце после этого сжигательного твоего танца. Ну и вот вы видите, что в принципе это имеет смысл. Это человек с Папуа, который прилетел. Вот. Он в полном параде с сумкой в маске. Ну, должно быть. Вот. Таким образом у нас проходит карантин на Бали. Вот. Наконец-то начали открывать пляжи. Вот уже теперь можно серфить. Уже открыт Серанган, открыт Баланган, который я вначале говорил, видел. В принципе, жизнь начинает нормализовываться. С 1 июня открываются Бали для внутреннего туризма, и по разным данным, точнее, по полному их отсутствию, или с 15 июня, или с 15 июля должны уже открыть Бали для внешнего туризма. У нас выходят постоянно какие-то новые правила по приему австралийских гостей, по еще каким-то гостям там, и так далее, но они еще не систематизированы, и я думаю, что сейчас просто речь идет о том, как правильно все подготовить и сделать, для того, чтобы принимать туристов. Но уже однозначно Бали встал на путь открытия. Уже сказали все, что негласно, открывайтесь все. Вот. И я думаю, с 1 июня уже и пляжи откроются и прочее. Вот. Ну и так, в конце своего такого выступления я вам хочу просто показать 4-минутный ролик про Индонезию. Это не Бали, это Индонезия. Индонезия – это огромная страна. Это 17,5 тысяч островов, 900 языков. Здесь живет 275 миллионов человек. Это четвертая по населению страна в мире. И природа здесь просто уникальная, красивая и неповторимая. И кроме Бали, вот, которую я с удовольствием вас здесь всех встречу, приму, поселю, повожу, покажу этот остров, который я очень люблю. Это остров богов, демонов и людей. Вот. Я вот хочу этим роликом вам показать, что есть еще другие места. Это и Брома, это и храмовые комплексы Борубудур и Птрамбанан на Яве, это и Флорас с парком Комода и так далее, и так далее, и так далее. Это огромное количество водопадов, всяких красивых мест, прочего, прочего, прочего. Вот, смотрите, наслаждайтесь. И на этом все, наверное, от меня. Вот это вот Брома вулкан. Непосредственно на Яве. Ну все. Давай посмотрим, только ты не уходи, еще вопросики все-таки есть. Нет, нет, я, конечно, никуда, просто я это еще комментировать буду видео. Кайте. Это Джакарта. Что, Ариночка, сердце сжимается, да, прямо, сердечко колотится, хочется туда, да, в рай полететь? Да, у меня все, уже последние дни просто острая нехватка самолетов, путешествий и солнца, поэтому все, я уже комплекс Борубудур на Яве, вот это Трамбана. Борубудур – это буддийский комплекс, это индуистский комплекс. Самый высокий мост на Бали. Это Таналот. Там на воде. Но саду с высоты птичьего полета. Вот это Флорес. Комода национальный парк. Thank you.
Это водопад Симпампу на Бали, самый большой водопад на Бали. Это еще один водопад под Убудом, ближе всего к Масадору. Я здесь был в этом месте, на качельках катался, на красивых на этих. Да, здесь с правой стороны есть отличный сейчас клуб речной, там очень замечательное место. Это под Анатолий. Открыли водопад уже? Не открыли водопад? Водопады некоторые открыты, но они просто их нельзя закрыть. Будем так говорить. Так, в принципе, все туристические локации закрыты. Храмы закрыты, все, все, короче. Это Соловей. Вот это палец. Кто это? Это Ломбок. Слушай, 900 языков, да, и все в порядке. Сколько это национальностей на Бали в Индонезии проживает? Ну вот вы видите, насколько она разная, вообще даже вот чисто картинка визуальная, она очень сильно отличается. И вот между Ломбоком и Бали проходит линия волоса, которая разделяет вообще флору индонезийского, азиатского типа, а не австралийского типа. Вот, на Ломбоке уже даже маленькие кенгуру бегают, очень злые, кстати. Они по колено такие, но злющие просто до ужаса. Голодные, наверное? Нет, они просто, вот они такие вот, просто. Их, наверное, просто никто не любит, вот и все. Они не любят никого, скорее. Ну ладно, у вас же там поддерживается баланс добра и зла, поэтому где-то есть кенгуру, а где-то есть альтернатива им какая-то. Ну, на Ломбоке все такие немножко, да. Да. Я могу такой веселый случай рассказать, как на Бали вот ходят коровы. Эти коровы, они больше похожи на оленей. Они такие спокойные, тихие. И реально ты подходишь к коровам, вот, даешь ей просто напросто-таки какой-нибудь листик, она его кушает, и она счастлива, эта коровка. Вот. Ну и я приехал на Ломбок, вижу бычки такие серенькие, ходят там. Вот, я думаю, ну, надо тоже к ним подойти, я с GoPro подлез и пытался ему в нос вот этот GoPro засунуть, его сфотографировать. Он на меня такими большими глазами выпученными смотрел и думал, что я, наверное, сумасшедший. А на следующее утро, когда мы выезжали на байках из готеля, мы просто увидели, как два таких бычка между собой подрались и стоптали мотоциклиста просто вообще, что они очень агрессивны. Я тогда понял, что, наверное, да, на Ломбоке надо аккуратно себя вести, в том числе и с животными. Но. Все, я готов к вашим вопросам. Ну вот, как вот я как мог вам показал, как мы тут карантиним, проводим это время, и что нас ждет дальше, после того, когда все это закончится. А это все обязательно закончится. 100% мы верим, что закончится. У меня туристы, я добавлю, как раз переживают вот это введение карантина, потому что они улетели 15 марта, и никто не подозревал, что так это все будет происходить. И, ну, решили, что на месяц мы полетим, а там вроде как все там закончится, у нас тоже карантин там 3 апреля был. Ну, говорю, если что, мы перепечатываем билеты, то есть, и, в принципе, там месяцок мы там лучше пересидим, чем в Киеве. В итоге они улетели 19 мая.
Поэтому я тоже наблюдала за происходящим на Бали с первых уст. И, конечно, иногда им было страшновато, потому что, говорит, грустно все-таки сидеть дома и соблюдать карантин. Но, к счастью, уже дома, в семье. Такой необыкновенный опыт приобрели. Проживание 2 месяца практически. Ну да, даже больше 2 месяца в чужой стране. Но зато в таком прекрасном месте. И им удалось, кстати, посетить водопад. Понимаете? Был день рождения, и они поехали, взяли машину, ехали к друзьям. Да, и их пропустили просто. Ну, чисто потому, что был день рождения. Говорит, ладно, говорит, никого нет. Ну, то есть договориться можно, балийцы такие добрые, отзывчивые. И даже в такой сложной ситуации как-то пытаются немножко поднимать настроение себе и туристам. То есть они вообще не оставляют колеса, то есть водопады, там все это делать, но с 7 утра до 7 до 9. Вот, у них вот такая вот. Там, кстати, как у нас со связью, там я не это самое, то... О, все на связи. Таня, ты на связи? Да. Знаешь, что, Глеб, как-то я тоже... Я на самом деле думаю, что на Бали все-таки достаточно лайтово прошел карантин. Да, конечно, были напряги. Вот когда закрыли пляжи и не было доступа к океану, это было 20 дней, но пляжи закрыли полностью с 1 мая. Вот. Вот с 1 мая по 25 вообще доступ к пляжу был полностью закрыт. Но потом там какие-то дырки начали появляться, еще что-то. Сейчас уже практически все снимается. И это немножко напрягало. Все остальное было очень лайтово. И я еще хочу что отметить, что здесь их правительство и службы, они очень четко отработали. Вот первый был вопрос с визами, потому что здесь же все-таки, как вы ни крутите, но все, кто здесь был, у всех оверстей. Оверстей 1 миллион – это $75 в день. Вот. И, соответственно, как только закрыли небо, все народ побежал быстренько в миграцию узнавать, что им делать с визами. Было моментально отреагировано, всем ввели так называемые emergency visa, то есть это виза до конца карантина, она без всякого оверстея, бесплатная, без ничего, только чтобы мы все вам продляем, только не собирайтесь толпами. И это было очень правильно сделано, потому что как бы сразу все расслабились после этого. Потому что это был такой, пару дней был напряг, потому что все, никто не знал, что будет, как это будет и так далее. Вот. И все меры, которые вводились запретительного характера, они не вводились вот так резко, типа, все, стоять, вот палкой сейчас тебе по голове будем бить, вот как в Индии, все, типа, никуда не выходить, выходишь, получаешь палкой по голове. Здесь очень все вводилось, сначала просто всех простили, пожалуйста, не ходите на пляж. Пожалуйста, носите маски. Потом постепенно поставили посты, начали контролировать, ну и понемножку это ужесточали. Вот. Ну вот сейчас я думаю, что в ближайшие 10 дней мы получим четкие инструкции по тому, как будет все открываться и какие будут требования и условия. Из того, что уже понятно, вот они сейчас это отрабатывают эту схему на внутреннем туризме. То есть будет специальный сайт, на который ты должен пойти, будешь получить справку. В посольстве эту справку проверят, выдадут тебе штрих-код, и ты должен, или ты эту справку должен загрузить будешь на этот сайт, в результате получить штрих-код до момента приезда на Бали. Вот. И если ты прилетаешь на Бали, ты на сайте зарегистрирован, у тебя есть штрих-код, вообще без проблем тебя пропускают, ты проходишь, и никаких проблем нет. Но если этого нет, то тогда на усмотрение службы они могут тебя отправить на 14 дней в карантин. Вот. Могут депортировать, могут еще что-нибудь сделать, но тут пока это еще вопрос открытый. Вот это вот то, что последняя новость. Этот код – это какое-то подтверждение того, что человек безопасен и не болеет, или это просто условно виза? Нет, виза как таковой, я думаю, не будет. Вот. Я думаю, что на первых порах, наверное, надо будет идти в посольство, получать визу, потому что, ну как было раньше, на Бали же визы отменили 2 года назад. Все. И предоставлять справку. Потому что перед самым закрытием вообще въезда иностранцам ситуация была следующая. В посольстве сказали, что мы предоставляем всем бесплатную 30-дневную туристическую визу только на основании справки о том, что вы прошли тест. Ну. Я не знаю, как в Украине, сейчас в Индонезии пройти тест на коронавирус, вот этот COVID-19, это стоит каких-то денег. Самое дорогое, я знаю, это где-то в районе $65. Самое дешевое – это где-то в районе $45. Вот. Вот в этих пределах.
и это делается все за день, в принципе, тут абсолютно четко понятная схема, как это происходит. Идешь, покупаешь, тебе делают его, выдают эту справку, она определенного образца, и, в принципе, к тебе никаких претензий нет. Вот. Сейчас для всех, кто въезжает на Бали, независимо от того, это, ну, иностранцы не могут въехать, а для местных, для всех введена вот такая вот справочная система, что и вот этот сайт на них сейчас отрабатывает. То есть они на основании, они должны загрузить на сайт эту справку, этот сайт должен ее оценить там каким-то образом, сказать «да, окей», и выдать тебе штрих-код. И ты с этим штрих-кодом приходишь, показываешь его, и все. Но. Я думаю, это будет автоматом перенесено и на всех, кто будет внешних туристов. Как ты думаешь, сама концепция может измениться, визита на Бали, именно подход как-то по-другому все это, если это было как-то индивидуально, пакетно, групповое, что-то может поменяться по-новому, во что-то другое перерасти или нет? Ну, мое мнение следующее. Ну, смотрите, есть схема рабочая по туризму вообще глобально, как все работало. То есть были глобальные туроператоры здесь, которая была встречающая сторона, отправляющая в Украине, там, отели и так далее. Вот это вот вся схема. Я думаю, что эта схема претерпит сейчас глобальные изменения, потому что, как ни странно, но чем более крупный туроператор, тем он сильнее пострадает в этом кризисе. Особенно это касательно тех туроператоров, которые имеют самолет. Ну, потому что они понесут очень серьезные убытки. Я думаю, что, скорее всего, будет целая сеть банкротств. Но мы об этом, понимаете, дело в том, что кризиса еще нет, он еще не начался. Сейчас просто накапливаются обязательства у всех. Но на сегодня никто не предъявляет закрытие этих обязательств. То есть вот та же ситуация, когда людей должны были принять отели, они их не приняли, потому что закрылись границы, а бронировки переносятся сегодня на завтра, завтра на послезавтра, да, это просто накопленное обязательство, которое придется рано или поздно выполнить. Точно так же у операторов, те же по билетам, по всему. И вот этот, скорее всего, весь пузырь, который сейчас надулся, да, он лопнет к Новому году, новогоднему сезону, потому что, ну, сезон этого года 2020, он провален полностью. Я даже, я 16 часов. Не думаю, что какие-то приблизительно даже половину от тех показателей, которые планировались, можно будет выполнить в этом году. Вот. Касательно всего туризма, мне кажется, ну, будут большущие изменения, как они будут меняться и что они будут с ними происходить, я не знаю. Поэтому мы сейчас, вот в рамках этой карантинной нашей программы, сейчас запустили обучающий курс для людей, которые делают авторские туры. То есть, чем мы отличаем... Этих курсов сейчас много, это делают их, в принципе, не мы одни и так далее, но мы отличаемся от всех этих гуру и вещателей из интернета-одиночек тем, что мы, в принципе, даем базис, для чего это все нужно. То есть мы рассказываем сам принцип, как это все работает. В то же время, если люди заинтересованы, они могут с нами работать, потому что мы готовы предоставить услуги по размещению, по транспорту, соответственно, все плюшки, связанные с турлидерством, там, бесплатное размещение, проживание и так далее и тому подобное. Ну, вот. Ну, такой вот курс у нас сейчас есть минимальный, он рассчитан на 15 часов. Мы хотим сейчас получить такую сеть турлидеров в наших странах, потому что я думаю, что с туроператорами будет крайне тяжело работать. Вот. Будет огромный дефицит доверия, будем так честно говорить. Потому что не все, далеко не все смогут эти обязательства, которые накопились за это время, выполнить. И, ну, будут, конечно, расстройства, банкротства, и реально будет много разочарований, я думаю, к концу года. Хорошо, Глеб, спасибо тебе огромное. Дело в том, что мы немножко перетянули наше расписание, у нас еще больше спикеров. Дружище, спасибо огромное, очень интересная информация. Я уверен, ты согласишься с нами провести еще и отдельный эфир по Индонезии, по Бали, и отдельный эфир для уже тогда, наверное, агентов. Ребята, будем продолжать. Спасибо тогда. Продолжаем. Извини, что вынужден тебя прерывать, но очень интересно. Что я ваше время отнял. Сримакаси. Сримакаси. Нас Владимир Владимирович научил, как нужно делать. Ну, продолжаем, я думаю, не только этому научил. Он
вообще талантливый в этом плане. Спасибо. Оставайся с нами, послушай про Испанию. И что еще интересно тоже узнать, как в других странах все происходит. Давай.